Вы меня удивили, кстати, насчет вспыльчивости, потому что ваша манера такая известная, наверное, у нее уже, как бы, наверное, даже имя есть такая. Не сколько саркастическая, сколько такая ироническая, с элементами такого все-таки маргинального, как мне кажется, стеба. А мне трудно что представить. Вы вкладываете в слово маргинальный? Маргинальный это бомж, наркоман, алкоголик на помойке. Я схожу с того, что вся богема, она маргинальна просто по сути. Я не богем. Ваши тезисы, они на самом деле очень обсуждаются именно в той среде, которую принято называть богемной. То есть вы такой вот герой этой чашки Петри, в том числе. Вряд ли. Вы понимаете, богема меня в принципе не интересует. Я из другого заповедника. Угу. Я бывший инженер. Бывший рабочий завод «Серп и молот» горячего цеха. Бывший комиссар горштаба оперотрядов Москвы. Первый за 25 лет еврей в этой структуре. Бывший сэмпай карате 40 килограмм тому назад. И бывший офицер запаса танковых войск. Потому что я уж в танк-то не влезу, просто влюб. Что теперь поделать? Ушел с завода и сильно попух. И в этом качестве, ну, бывший президент Российского еврейского конгресса. В чем здесь богема? На серпе и молоте? Я говорю, что вы герой богемы. Человек может быть абсолютно... Богемы? Как мне кажется, из того, что я читаю. А богема это кто? Богема это криминалитет, это актеры, это люди искусства, которые не всегда в мейнстрим попадает, то есть это определенная как бы часть шоу-бизнеса. Но здесь получается, что вы мне вопросы... У вас шоу-бизнес, ничего страшного. Считайте, что вы на допросе. Нет, просто давайте мы определимся, политика – это шоу-бизнес или нет? Скажите мне, вот с вашей точки зрения. Нет. Во-первых, уголовный мир никогда не относился и никогда не будет относиться к криминалитету. Вот криминалитет – это не богема. Богема – это мир искусства, да, конечно, это артисты, это писатели, это художники, которые не настоящие пахари. Настоящих пахарей нет времени быть богемой. Вряд ли Акуджаву или Городницкого можно было бы назвать богемой. Да и Бетховена с Бахом. Мы уходим сейчас от Евгения Цветановского. Не уходим. Или вы задаете точные вопросы, или всегда будете напарываться на очень серьезную встречу. Вопрос у меня такой. А вот криминалитет как богема, и я как герой богемы, это пестехоломис, то есть чушь. У меня очень много друзей, занимающихся реальной работой. В бизнесе, в производстве, неважно, от деревни там до заводов. Это да. Масса того, что называется творческая интеллигенция. А она точно не богема. Слово богема я вообще не очень уважаю, как и людей, относящихся к богеме. Поэтому вы мне точно не польстили. Я не очень знаю, я не собирался. Чего. Верю. Господи, после маргинального точно верю. Но я никогда в жизни не встречался с тем, чтобы люди, которые относятся к богеме, каким-то образом интересовались мной, а я интересовался им. Ну, Ксения Собчак – это богема. Ну, и что мне ей интересоваться? Что же я с дуба рухну? Я не говорил, что вы ими интересуетесь. Я сказал, что... Они интересуются мной, никогда в жизни не проявлялись.